На 101 FM программа «Особое мнение» в Кирове, 13 часов 6 минут. Меня зовут Юлия Афанасьева, и напротив меня сидит Михаил Шевелев, секретарь Кировского регионального отделения партии «Гражданская платформа». Михаил, здравствуйте. Юлия, добрый день. Я вначале напомню, как можно с нами связаться. Это можно сделать через сайт echokirova.ru. Там есть раздел «Анонсы». В этом разделе можно задавать нашим гостям вопросы. Сегодня вопросов нет. Кроме того, у нас есть твиттер «Вызван 43». Есть мой твиттер. Можно также в течение программы туда писать. Итак, Михаил, я хотела бы начать с ухода генерала Солодовникова. Я понимаю, что на эту тему уже многие высказались, но вы еще не высказывались. Вот как вы оцениваете 2,5 работы генерала в области? Ну, на мой взгляд, первое слово на ум приходит, это то, что это было заметно. То, что это было достаточно ярко, и, на мой взгляд, самый большой плюс, который принесло вот это вот время, да, когда генерал возглавлял наше ОВД, то, что все-таки вот те посылы, те месседжи, те слова, та харизма, которую генерал принес в общество, она, конечно, бесследной не осталась. То есть появилось определенное чувство незащищенности, как показывают социологические опросы, да, то есть, ну, с точки зрения того, что... Про соцопросы я отдельно хотела спросить. Понятно, то есть, ну, я, значит, немножко предвосхитил это, да, ну, потом можем поговорить еще, вот. И, кроме того, появилось, ну, что ли, ну, некое ощущение от того, что правоохранительные органы могут, если захотят, сделать, собственно говоря, достаточно большую работу по тому, чтобы, ну, было ощущение, что любое преступление у нас, собственно говоря, наказуемо. Вот эти вот, скажем, такие подвижки именно общественного сознания, на мой взгляд, они действительно произошли. Вопрос, если там разбираться в глубине того, что за этим стоит, кроме вот этой вот информационной работы, которая, ну, без сомнения, была проведена на очень высоком уровне, да, то есть это и общественная деятельность, это и... Пиар. Ну, слово такое, которое сегодня очень многие не любят, да, я в большей степени знаю, что у нас в пресс-службе ОВД работают очень классные профессионалы, которые умеют и подать информацию, умеют и умеют сказать это достаточно, с одной стороны, достоверно, и с другой стороны, ну, открыто и в рамках тех задач, которые поставлены. И лишнего не выдать, да, правильно. Вот, но это дорогого стоит, потому что в целом, ну, это формирует достаточно серьезный образ, который необходим для, ну, такой властной силовой структуры, каким является ОВД. Вот. А если разбираться по существу, то, наверное, вот те, кто высказывались до меня, они, ну, уже много всего сказали, да, то есть то, что хромают, скажем так, вопросы, связанные с доказательством экономических преступлений, то есть и про это можем отдельно поговорить, на мой взгляд, вот это является крайне важным. То есть, хотя я и в большей степени занимаюсь, скажем так, защитой, да, то есть защитой предпринимателей, налогоплательщиков, но я также должен сказать, что вот, может быть, если бы была более, скажем так, сильная позиция со стороны органов обвинения, со стороны следственных органов по вопросам именно в экономике, да, то тогда легче было бы вообще всем выстраивать свою деятельность, ну, в том числе и предпринимателям, потому что они бы знали, что там любое их, скажем так, прегрешение будет наказано, а с другой стороны и следственным органам было бы, ну, собственно говоря, что предъявить. Потому что за теми делами, которые были, да, вот эти за 2,5 года, это там Лузянин, кто у нас еще, Целятин, Данжела, то если брать вот именно вопросы экономической составляющей, да, то, к сожалению, они остались, ну, по сути, за скобками. Вот. А как вы считаете, Михаил, почему так сложно у нас с доказательством экономических преступлений? Ну, я думаю, что в первую очередь это... И проблема ли это конкретно Солодовников? Нет, я думаю, что это, в общем-то, проблема системы. То есть, потому что, ну, как я понимаю, да, система служения в, ну, в органах, да, я не скажу там УВД, там, да, может быть, Следственный комитет, может быть, там прокуратура, там, там я могу ошибиться где-то, да, она нацелена на результат. Причем на результат достаточно быстрый, достаточно такой, скажем,
поставлены, что ли, сверху вниз. И в этом плане вопросы вот, там, длительности проработки, вопросы качества проработки, вопросы качества работы там, со своей, там, может быть, там, сетью, там, вообще вопросы просто профессиональных знаний, они очень часто, ну, как бы, ну, просто невозможны, может быть, да, или невыгодны. То есть, и поэтому находятся какие-то другие вещи, которые, ну, легче доказать, легче достичь результата, что ли. Потому что если брать вопросы там налоговых преступлений, вопросы, связанные с, ну, вообще с экономикой там деятельности предприятий, то, конечно, доказательная база вот такого комплексного уровня, чтобы ее создать, чтобы ее с другой стороны оценить и принять достаточно правильное решение, ну, профессионалов в этой области у нас, ну, крайне мало. Потому что, мне кажется, ну, просто даже в силу того, что профессионалы в этой области, они больше идут там в какие-то коммерческие структуры, может быть, там не в силовые органы, да, то есть, ну, вот так вот сложилось, что легче и интереснее работать в других отраслях, нежели, например, там, заниматься экономическими преступлениями. Хотя, должен сказать, что и в этой отрасли там есть профессионалы, просто, может быть, ну, в силу каких-то... Именно в силу, что ли, отсутствия, может, масштабной практики, может быть, такого сложившегося, что ли, там, сложившейся судебной практики, да, то есть по тем или иным вещам, то есть существует неопределенность, и поэтому многие перестраховываются, и судьи перестраховываются, и следственные органы перестраховываются, и они не разрабатывают эти вещи. И потом, ну, вопросы экономики, на самом деле, они очень субъективный характер бывают носят, и очень сложно бывает установить то, что сделано как бы с умыслом, а что сделано, ну, в рамках, собственно говоря, обычной экономической деятельности. Миш, вот раз мы заговорили уже с вами о громких экономических преступлениях в эпоху генерала Солодовникова, а давайте вспомним дело Ужумского СВЗ и Олега Березина. Ну, его вспоминать-то не надо, но, ну, еще до сих пор как бы не закончено. Да-да-да, оно до сих пор не закончено, и вот я хотела спросить вас, как вы считаете, чем в итоге все завершится? Потому что расследование длится, я уже даже не помню сколько. Знаете, я, честно говоря, вот побоялся бы сглазить просто-напросто. Потому что у меня, вот как у человека, связанного с экономикой, как у наблюдателя, скажем, да, этих всех процессов, как у человека, который следит и знает тех людей, которые, ну, может быть, тоже там каким-то образом выступают в качестве свидетелей. То есть у меня очень стойкое ощущение того, что вот как раз с экономической точки зрения, то есть, ну, там, Березина судить не за что. То есть, видимо, копают и накопать не могут. Потому что дело, ну, как бы, не то, что копают, ну, я не буду вот такие, как бы, там, выражения, а просто то, как это стало поворачиваться, то, как это стало, ну, то, как это показано, то, как это вообще система работает, то, как организуются у нас торги, то, как у нас там заявляются участники, то, каким образом принимаются решения там на уровне правительства, приватизации и так далее. Это все на сегодняшний день настолько размыло некоторые там вопросы ответственности, да, то есть, может быть, где-то там есть нарушения, но сказать, что ты виноват вот за это, очень сложно. Потому что у нас очень много сейчас, как бы, там, принятия коллегиального решения, да, в коллегиальном решении, собственно говоря, кто там виноват. И сам председатель коллегиального органа не может не быть виноват, потому что он просто член этого коллегиального органа. И вопросы, например, там, профессиональной там, оценки и там, оценочного суждения у нас поставлены сегодня под вопрос, да, то есть насколько там они обоснованно приняли или рассчитали те или иные там, показатели. Хотя на самом деле, если есть желание заявить на торги, участвуй, выиграй, купи и занимайся. То есть, если все сравнивать, то есть никто не учитывает, например, те действительно реальные обстоятельства того кризиса, когда вот мы сегодня живем, мы ведь не знаем, что будет через полгода. Каждый день разговариваю с предпринимателями, и они, ну, в таком, самое, что для них плохое, это то, что они не понимают, куда развернется. То ли инфляция будет расти, то ли наоборот все цены начнут падать. Мы в такой ситуации, на самом деле, то есть, находимся первый раз. То есть это не тот кризис, который циклически там дошли, там остановились, постояли, переждали, пошли там дальше, да. Вот. А он чувствуется, что он немножко другой характер, принципиально другой носит. Так и про поэтому... Березина-то. А? Про Березина-то. Суть вашего месседжа в том, что
И это дело закончится пшиком? Я очень бы хотел, чтобы оно закончилось пшиком. То есть это на самом деле будет благо для, ну, той системы, для того предпринимательского климата, который на сегодняшний день существует. Потому что непонятно, вот с точки зрения экономики, в чем вина. Участвовал, выиграл, заплатил. При этом мы знаем о том, что до этого готовился тоже конкурс, и насколько я знаю, там цена чуть ли там не в 3-4 раза была дешевле. Да, и как бы этот там прекратили эту процедуру, там начали новую процедуру, там все оценили. И, ну, как показывает практика, как показывают там другие федеральные, ну, скажем, аналогичные предприятия, да, то есть, ну, цена-то как минимум спорно, что она занижена, как минимум, а как максимум, на мой взгляд, это вполне достойная сумма, которая была в бюджет получена. Вот, Миш, давайте еще поговорим про деятельность Солодовникова. Один из, пожалуй, самых громких проектов Сергея Александровича – это борьба с алкоголизацией. А вот как вы считаете, достиг ли он успеха на этом поприще? Ну, во-первых, я бы не стал рассматривать там борьбу с алкоголизацией со стороны МВД, там рейды какие-то там. Ну хорошо, это была общая борьба и там, МВД, правительство, и правительство Кировской, да, области. Совместное, как бы, скажем так, действие, да, то есть деятельность общественной палаты, деятельность там, законодательного собрания, которое. Ну хорошо, ограничило. Давайте скажем, что у МВД очень активно в этом участвовало. Солодовников и сам по киоскам ездил. Я извиняюсь. Ничего страшного. Вот. Ну, на мой взгляд, эффект в этом есть. То есть в этом есть эффект, и он носит характер прежде всего информационный. То есть когда, ну, скажем так, действо, ну, преподносится, да, и слова вкладываются в СМИ, там, в там, потребительным средств массовой информации, да, то есть они формируют так или иначе негативный образ потребления алкоголя. То есть, на мой взгляд, это достигло определенного результата, но это достигло результата в той среде, в которой, скажем так, ну, которая может об этом не задумывалась, да, то есть потребляя алкоголь, там, неважно где, там, захотел выпить, выпил, там, ну, как-то, может быть, и не думали о том, что там хорошо или плохо там потреблять алкоголь. Вот там, в ночное время, там, еще как-то там, да. Вот. А когда это транслируется из разных источников, в том числе и средств массовой информации, то есть формируется так или иначе какой-то, ну, негативный образ самого этого действия. Хорошо, а пить меньше стали, по вашему мнению? Ну, по моему мнению, нет. Так то есть, в чем же тогда, ну, сформировали образ? Ну, вот я когда этого не пила, так и сейчас не пью. И я думаю, вы тоже. Ну, я думаю, что в этом плане, может быть, культура изменилась, потребление алкоголя. То есть, если раньше это можно было там, ну, может, как-то к этому относились, там, можно там выпить на улице, там, да, там, у подъездов, там, еще где-то, то на сегодняшний день, ведь, заметьте, этого уже практически в городе нету. Там даже эти бутылки пива, которые обернуты были там, да, изначально, когда только закон ввели о том, что нельзя распивать. Но все-таки это началось задолго до приезда Солодовникова. Ну, я не буду спорить. Ну, вы же сказали о том, что есть ли его лепта. Я считаю, что лепта это и есть. То есть все равно формируется определенная культура, когда алкоголь, ну, это не модно. Ну хорошо, давайте еще немного про соцопросы поговорим и к другой теме перейдем. А, значит, что нам говорят соцопросы, проведенные в прошлом году Российским государственным социальным университетом? Что они нам говорят? 78% граждан Кировской области уверены в защищенности своих интересов от преступных посягательств. 84% доверяют органам внутренних дел обеспечения личной и имущественной безопасности. Вот вы как-то на себе ощутили такие бешеные проценты доверия граждан УВД? Ну, на себе я, наверное, не мог этого ощутить, да? То есть... Может, ну вот по вашей экспертной оценке, действительно люди именно так отреагировали на ту работу МВД, которая велась все эти 2,5 года? Ну, я знаю, просто как социологические исследования проводятся, так, поэтому давайте. Я могу сказать о том, что влияние СМИ в этом плане оказало существенное условие. То есть того, что ощущение, что
власть работает, УМВД работает. То есть на самом деле ведь дела, которые там последние, там, ну, с учетом Прокопа, там, да, там, Лузянина, там прочих, для обывателя ведь, ну, достаточно такие, как бы сказать, являются бальзамом на душу. Когда ты, ну. Вот еще одного негодяя схватили, да, и закрыли. Да. То есть, и когда есть желание, ну, собственно говоря, в своих, там, может быть, каких-то недостатках, в своих, там, ну, недостаточном, там, благосостоянии кого-то другого обвинить, всегда обвиняют, ну, кого-то другого. И поэтому вот начали там много-много дел. У нас, кстати, очень долгое время практически любой номер открываешь, и ты видишь о том, что там либо депутат ЗАГС собрания, либо там предприниматель, либо, ну, кто-то там еще там, да, то есть вот громкое дело возбуждено, там, доведено до логического конца. И на самом деле ведь это, ну, такой беспрецедентный род. То есть у нас за последние 20 лет я такого, в принципе, не помню, чтобы был вот такой, ну, скажем, последовательность, ну, дел. И поэтому однозначно это сыграло определенное влияние, и в особенности это сыграло влияние на, там, скажем так, средние слои населения. Ну, то есть вы считаете, что вот эти вот высокие проценты граждан, которые уверены в защищенности своих интересов, взялись, собственно, со страниц СМИ у людей? Да. Телевидение, ну, в первую очередь телевидение, скорее всего. Ну, то есть они не отражают реальную ситуацию, вот эти проценты? Нет, я, знаете, что хочу сказать? Ведь наш регион всегда ставился, ну, достаточно, как бы сказать, не сглазить бы, конечно, да, то есть он славился тем, что у нас достаточно безопасно по сравнению со многими другими регионами воспитывать детей, да, и в этом, ну, немало... Ну, это смотря с чем сравнивать, конечно. Ну, конечно, но в принципе немало заслуга в этом профессионализма именно там органов внутренних дел нашей полиции. То есть я знаю очень много профессионалов в этой среде и могу сказать, что там работают очень достойные люди, которые, ну, не просто там зарплату получают, условно говоря, да, а со всей там возможной своей ответственностью несут свою службу. И в этом плане сказать, что вот это не так, да, вот как вот показывают соцопросы, я не могу. Потому что на самом деле работают. Вопрос в том, что, ну, каким образом там был составлен опросник, то есть каким образом там вопросы задавались, как кто отвечал, какая там была выборка, я, к сожалению, этого не знаю. Ну вот знаете, юрист и правозащитник Михаил Плюснин очень хорошо сказал на эту тему, я сейчас процитирую. «Масса дел, о которых говорится сегодня, наделала скорее больше шума, чем принесла реальный эффект». Вот я в завершении темы Солодовникова хочу, Михаил, вас спросить, как вы считаете, продолжатся ли громкие дела после его отъезда? Я думаю, продолжится. Продолжится, причем, ну, скажем так, вот как раз, может быть, продолжая там Михаила Плюснина, да, то есть я бы надеялся, что они продолжатся не в качестве, может быть, громких дел, а в качестве уже, ну, некой наработанной, может быть, там практики, когда существует, ну, некая там неотвратимость наказания там для там любых там видов составов преступлений. И это начало может, ну, быть в том числе там доведено до того, что, ну, скажем, как говорил Глеб Жеглов, там вор должен сидеть в тюрьме. То есть, в принципе, этот посыл, он может быть. Конечно, я допускаю, что будут перегибы. Я допускаю, что будут там какие-то, ну, там, недоработки там системные, к сожалению. Это в любой системе возможно. Но, на мой взгляд, там реально то, что там осталось, ну, эта система продолжит работать. А почему будут? Ну, на мой взгляд, сегодня экономическая жизнь такая, что, к сожалению, у меня есть ощущение, что все равно гайки будут затягивать, закручивать, скажем так, да. И, к сожалению, там экономических преступлений будет больше, ведь раньше их совсем практически не было. То есть раньше мои знакомые юристы говорили, что нет более приятного ничего, чем судиться, там, скажем, там, с государством, да, то есть, потому что, ну, ну, эффект практически всегда достигался. То, что на сегодняшний день уже многие предприниматели по-другому на это смотрят, потому что наказание стало достаточно более неотвратимым. Ну вот вы говорите про закручивание гаек. Вот свежая новость сегодняшняя. Следственный комитет России по Кировской области возбудил уголовное дело в отношении директора ООО «Спартак» отделочные материалы по статье «Уклонение от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере».
по версии следствия уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость, налога на прибыль. То есть вы считаете, что сейчас таких вот целенаправленных проверок станет больше и таких подобных уголовных? К сожалению, вот это вот, скажем так, дело, оно, ну, прямо показывает, что вот та поправка, помните, про которую мы говорили о том, что возбуждают дела можно там до окончания там, ну, вынесения решения, например, по налоговым аспектам, угу, да? Да, то есть фактически, ну, есть у Следственного комитета право возбуждаться до того, как будет, собственно говоря, там, доказано налоговое правонарушение. Вот, вот она в действии, и я знаю еще несколько таких аналогичных дел, когда, по сути, есть там предпосылки, есть какие-то там расчеты налогового органа, там предварительные, например, да, и уже как бы дела возбуждаются. И вот этих дел будет больше, к сожалению, на мой взгляд, конечно, это ведет к тому, что люди, особенно люди в годах, особенно люди вот на сегодняшний день, большинство успешных предпринимателей, таких крупных, ну, таких там состоявшихся, да, они ведь, ну, многие на сегодняшний день рассматривают вопрос вообще закрыть и уехать там. Или закрыть и уйти на покой. То есть сколько можно уже там тащить? Вот сколько у вас таких знакомых, которые много рассматривают возможность закрыться и много уйти на покой? То есть очень много. То есть, ну, 10, 20, 30? Нет, я думаю, что это десятками исчисляются. То есть это исчисляется десятками, потому что сегодня, ну, да, мои коллеги шутят о том, что если ты хочешь начать новое дело там, или там развить свой бизнес и вложить там, условно говоря, там 100 рублей, будет счастье, если ты с них выручишь потом 90. То есть уже там заведомо убыточная как бы деятельность развивается и, ну, как бы идут на это. Либо есть стремление из этого выйти, из этого процесса, из этого бизнеса. А, к сожалению, на сегодняшний день там ни покупателей нового бизнеса, ни там подрастающего поколения, которое готово было бы заработать, взять там, стать у руля, вот этого нету. И эти действия со стороны налоговых органов, со стороны там Следственного комитета, они, скорее всего, будут способствовать не тому, чтобы там, если они будут продолжаться в массовом порядке, способствовать не тому, чтобы, грубо говоря, формировать каким-то образом там культуру ведения дел, да, а они будут способствовать тому, что мы там единоразово наполним бюджет за счет какого-то дела там, да, но при этом очень серьезно оградим тех, кто бы, ну, желал этим заниматься, и там, увидев это дело, скажут: нет, спасибо, мы этим заниматься не будем. То есть не будем мы торговать, не будем мы развивать там торговлю, не будем там заниматься там развитием производства, там, импортозамещение и так далее. Мы будем лучше там просто работать, просто служить, просто там еще там какие-то вещи делать. Вот я предлагаю вернуться к теме бизнеса в кризис после рекламы. Я напомню, что это особое мнение Михаила Шевелева, секретаря Кировского регионального отделения партии «Гражданская платформа». Сейчас мы уйдем на рекламу и очень скоро вернемся. Мы возвращаемся в студию. Это программа «Особое мнение», и мнение свое высказывает сегодня Михаил Шевелев, секретарь Кировского регионального отделения партии «Гражданская платформа». Меня все так же зовут Юлия Афанасьева. Вот мы за эфиром, пока шла реклама, с Михаилом открыли статью «Бизнес-новостей» недельной давности. Она называется «От IT до огорода. О возможностях бизнеса в кризис». Uh-huh. Вот, Миш, многие молодые предприниматели, в общем-то, не видят ничего особенного в том, что, ну да, ну кризис. Вот Лев Бакштаев. А кризис в головах, ну и что, что рубль подешевел в два раза? Вы что, от этого жить плохо стали? Я нет. Дмитрий Васильев говорит: на самом деле это возможность. Смените фокус внимания, вы сами в этом убедитесь. Ну и, в общем, многие молодые предприниматели вот примерно в этом мнении сходятся. Вы согласны с этим или нет? Ну, вообще, у меня очень такое интересное отношение к молодым предпринимателям, потому что с ними, ну, я бы сказал, что носятся как с писаной торбой, да, то, что вот у нас есть молодые предприниматели, там куча программ проводится. Нет, подождите, вот на фоне того, что вы сказали в первой части эфира, что ваши знакомые, так скажем, динозавры от бизнеса собираются закрыться и уехать. Я поэтому и говорю, то, что молодое поколение, они вообще другие. И по большому-то счету для них, ну, не стоит на сегодняшний день вопрос, как взять, купить там мясокомбинат и начать там производить колбасу там в нормальных вагонных размерах, условно говоря. Для них бизнес, исходя из тех семинаров, на которые они ходят, которые они посещают, где им там дают там кучу там заумных слов, там вот кризис в головах, там есть возможность, бери, используй, там конверсию наращивай, там это самое. Для них бизнес очень часто вот как раз сводится к сфере услуг.
Причем в сфере услуг таких достаточно может быть, ну, для них достаточно, да, когда они там будут зарабатывать там 50-100 тысяч рублей в месяц. Но если брать в масштабах, там, условно говоря, там, рынка, развития там, экономики и так далее, то нужно стремиться не к таким деньгам, нужно стремиться, если ты хочешь стать предпринимателем, да, то плох тот предприниматель, который не хочет стать монополистом. То есть он должен мыслить там, может быть, более глобально и более масштабно. На сегодняшний день молодые предприниматели очень часто мыслят категориями достаточно мелкими, очень маленькими. И поэтому, когда, ну, скажем так, задают вопрос о том, что вот многие говорят о том, что ну, ничего страшного не произошло. Ну, как не произошло, если брать ну, достаточно серьезные компании, средние там по Кирову, там, да, то есть, которые на сегодняшний день там сокращают там рабочий день, сокращают рабочую неделю, там, переводят там, ну, там, на другие формы оплаты сотрудников и так далее. То есть, сокращают зарплаты еще некоторые. Конечно, конечно. То есть, очень, ведь многие очень давно переведены на проектный режим, да, то есть многие переведены на отдельный режим. То есть сказать о сокращении зарплаты нельзя. Но так как продаж нет, так как нету выручки, то, соответственно, нету и доходов, и у сотрудников нету доходов. То вот в этом всем аспекте говорить о том, что ну, кризиса нет, и там занимайся чем хочешь, ну, это говорит только о том, что люди как-то считают по-другому. Или цифры там маленькие, либо мы говорим на разных языках, либо вот человек, который спрашивает, там, думает одно, там, его слышат по-другому, а то, что он говорит, там, читатель воспринимает вообще по-третьему. То есть, вот примерно такой сейчас диалог и происходит. То есть, к сожалению, вот эти точки приоритета, они очень слабо расставлены. Мы же с вами говорили о том, что, да, там, на местном уровне про мало-средний бизнес говорится, где только не говорится, на каких только площадках это не обсуждается. Там. Вот. Если взять элементарную там, статистику там, с точки зрения сбора налогов, там, налога на прибыль, там, может быть, исключение составляет там, миньонный налог. Там, да? То есть миньонка в свое время достаточно серьезно давала. И в кризис она давала даже больше, она давала рост. Я, насколько помню, в последний кризис миньонка выросла. Потому что там ну, немножко другие подходы, может быть, и тогда люди адаптировались, как бы так, ну, перешли в режим, там, стали больше зарабатывать, кто-то перешел там, из других сфер, из производства в торговлю, там, может быть, вот так. Вот. И поэтому, когда мы статистику-то возьмем, то средний-то бизнес для там, экономики государства в целом-то, он не становится каким-либо там двигателем, локомотивом-то. Ведь сколько раз заявлялось о том, что там, в развитых странах средний, малый бизнес приносят до там, 25-30% в валовом продукте страны. А у нас там как было, может быть, там 5-7%, ну я врать не буду, там, да, но небольшие проценты, так и не стали. Вот вы, кстати, в этом же комментарии газете «Бизнес-новости» сказали, что считаете, что государству нужно пересмотреть методы поддержки бизнеса. Вот какие же методы вы считаете правильными? Ну, вот меня всегда вопрос я тоже ставил в тупик, да, может быть, тем, что я говорить об этом говорю, а когда дело доходит, то нужно смотреть, какой, наверное, конкретный вид там предпринимательства, то есть что мы от него хотим. Мы хотим, например, чтобы предпринимательство малое и среднее стало источником для наполнения, например, местных налогов, да, то мы тогда должны создать такие условия, при которых купить недвижимость там, да, для осуществления деятельности на этой территории для малых и средних предприятий было бы ну, достаточно простым и легким делом. Из всех возможных вариантов, вот я помню 159-й закон, который был там, да, то есть который там с великими боями в течение многих лет там отстаивали, сначала увеличение площади, потом нам еще чего-то. Напомните, пожалуйста, о чем он? 159-й закон – это закон о поддержке субъекта малого и среднего бизнеса, по которому предприятия, длительно арендующие муниципальные объекты недвижимости, имеют возможность их выкупить там, в рассрочку, то есть по рыночной стоимости там, на 5 преимущественное лет. Право да, выкупа. Ну, да, не преимущественное даже, а просто они имеют право его выкупить. То есть там есть процедура. Но то, как это было реализовано, создавалось очень стойкое и устойчивое впечатление, что это никому не надо. То есть это нужно каким-то... Никому там... не надо государство или да. Никому не надо предприниматель? С точки зрения муниципалитета никому не надо, потому что им было, может быть, выгоднее получать там аренду. Хотя там руководители департамента говорили, давайте мы сейчас продадим эти деньги, инвестируем в какие-то инфраструктурные проекты, это будет нам выгоднее. Потому что люди-то все равно здесь будут продолжать работать, там, платить в миньонку, либо там налог на имущество и так далее.
Вот сейчас немножко подвижки происходят, то, что там налог на имущество растет, да, но у нас налог на имущество растет, там увеличивается база, а опять же, ну, как сделать так, чтобы предпринимателя закрепить за этим объектом, ну, чтобы у него было желание и возможность здесь работать, развиваться в длинную, и чтобы город благодаря ему тоже становился там опрятнее, красивее, там, устроеннее, с лучшим сервисом. Вот это, ну, как-то не соотносится. То есть у нас происходит, вот я сколько знаю форм поддержки, то это какие-либо мини-гранты, да, либо какие-то субсидии там постфактум, по... хорошо, что тебя делают. Тебе дадут субсидию 100 тысяч рублей, а отчетами замучают. Ты будешь не рад, что ты ее взял. Я думаю, что очень многие, ну не думаю, а знаю, что многие просто отказываются, когда там это все происходит, то есть, ой, там, только это будет, да ну его нафиг. Вот, но там вот эти ограничения, там, и получается так, что эта субсидия, она уходит, как бы, и люди, которые даже получили, то, ну, не всегда спасибо-то скажут, ну, есть там халява. Там, вот. Хотя, вот, если бы это вот было так быстрым... Так вот, субсидии и гранты – это правильный способ поддержки? Ну, вот, на мой взгляд, нет. То есть, это дается уже сразу рыбка. То есть... Ну, хорошо, вот, про помещение я поняла. Что еще вы считаете именно правильным способом поддержки бизнеса? Я считаю, что правильным будет поддерживать бизнес, ну, с точки зрения того, как долго он работает, какую репутацию он имеет. Ну, например, если предприятие работает 20 лет, там, не имеет каких-либо... Понятно, что есть у каждого какие-то недочеты, там, да, не вовремя декларацию сдал, может быть, там, где-то там обсчитался, камерально там донасчитали. Но если 20 лет оно работает, успешно развивается, создает рабочие места, после этого приходит налоговая, да, и донасчитывает, ну, колоссальные суммы, ну, при том, что сегодня у нас есть еще возможность, как бы, и возбудиться, при этом же самом там, да, то есть, то, на мой взгляд, ну, это какой-то не является формой поддержки вообще. То есть, отсутствие доверия к своим предпринимателям, отсутствие вот этих вот мер поддержки, которые, ну, формируют доверие, оно, ну, крайне негативно сказывается. Не нужно никаких денег, вы, как бы, не мешайте работать. Это тоже форма поддержки, на мой взгляд. И ее, кстати, примут очень многие. Вот. А какие еще могут быть формы? Ну, на мой взгляд, конечно, формат, например, поддержки предприятий по выходу на зарубежные рынки, он на сегодняшний день как бы присутствует. Но опять же, он... Как бы санкции. Ну, так как бы санкции не означает, что у нас как бы там не ждут. То есть реальность пока, ну, то есть на сегодняшний день в Европе, ну, те, кто производят и торгуют, ну, в основном торгуют, да, они видят о том, что на сегодняшний день, например, продукт, товары российские, они становятся дешевле, чем китайские, при том, что по качеству они могут быть лучше европейских. И в Кирове есть такие предприятия, которые реально в этом секторе присутствуют, существуют. И при этом, чтобы они выйти, чтобы им помочь, да, включаются некоторые механизмы. У нас, например, могут поддерживать какое-то маленькое предприятие, какое-нибудь ИП. Говорит, что ты давай едь там на выставку, мы тебе там оплатим, там это, там, да. А предприятие в виде ОАО, которое там нормально, устойчиво работает, оно не является крупным. Оно нормальным средним предприятием является, там, там по европейским меркам вообще может быть даже малым является. Вот, и... чтобы его поддержать, чтобы оно вышло, чтобы разработало бренд, провело маркетинговые исследования, там, встретилось и так далее. Вот этой поддержки-то ее как бы нету вообще. Михаил, осталось у нас 3 минуты. Хочу еще коротко успеть с вами одну тему обсудить. В правительстве Российской Федерации обсуждают создание единой структуры, которая будет заниматься развитием малого и среднего бизнеса. Об этом накануне написал сайт РБК. Вот этому ведомству предполагается передать функции МСП-банка. Он реализует госпрограмму финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства. И функции профильного департамента Минэкономразвития. Нужна ли нам еще одна структура, которая будет поддерживать малый бизнес? Ну, видимо, им нужна. А нам? Вот вам! Ладно, не мне, вам. То есть я на самом деле немножко уже как бы путаюсь, да, у нас там есть, там на местном уровне. Кто лучше всех поддержит? Можно конкурс устраивать. Да, кто нас поддержит, того и мы поддержим, да. То есть на самом деле на этой теме количество игроков только в Кирове даже их как бы немало. Да, и мы, в принципе, в том числе тоже присутствуем. Единственное, что мы стараемся, ну, условно говоря, там адресную помощь оказывать, то есть встречаясь и там, ну, работая по тем направлениям, в которых мы действительно можем и знаем, что мы можем сделать. Вот. А так, ну,
Есть опора России, есть Вятская торгово-промышленная палата, есть торгово-промышленная палата там Российской Федерации, есть есть на сегодняшний день, агентство стратегических инициатив, может быть, не так работает, но оно тоже поддерживает определенные проекты там, да. То есть есть множество ассоциаций различных, которые на самом деле свои задачи ставят там поддержать. Миш, смотрите, у нас сейчас кризис, из всех утюгов нам говорят о том, что все плохо с бюджетом, российским бюджетом, там, бюджетом Кировской области. И на этом фоне создается новая госструктура, куда наберут сотрудников, которым нужно платить зарплату. И где гарантия, с другой стороны, что это одно новое общее ведомство будет эффективнее трех старых? Давайте так. То есть, если говорить о том, нужно ли сейчас экспериментировать и создавать новые институты, да, то я считаю, что нужно. Вопрос, как они будут работать, каким образом они будут администрироваться, какой уровень там бюрократии в ней будет присутствовать, каким образом она будет взаимодействовать, что значит наделить там полномочиями там, какого-то там подразделения Минэкономразвития. Это ведь достаточно непросто. То есть какое влияние они будут оказывать на других там субъектов, как их будут слушать. То есть это рекомендательный орган, если рекомендательный, то, конечно, тогда это деньги на ветер. То есть он зачем на сегодняшний день рекомендательный, да, или там. С другой стороны, создание институтов реально действующих, то есть которые бы могли, каким-то образом, может точечно, может там создавать проекты, которые будут тиражируемы там в социальном бизнесе, там в каких-то там инновационных направлениях, да, вот они нужны. То есть вообще создание современных качественных институтов, это, на мой взгляд, кто их раньше создаст, адекватных современному информационному обществу, тот и будет иметь определенное конкурентное преимущество в экономике в будущем. Вот на этом я предлагаю закончить. Я напомню, что это было особое мнение Михаила Шевелева, секретаря регионального отделения партии «Гражданская платформа» в Кировской области, предпринимателя, аудитора, журналиста. Я могу еще минуты две продолжать. Я благодарю вас, Михаил, за эфир. Спасибо. Спасибо, Юля. Я напомню, что меня зовут Юлия Афанасьева. Всего доброго и до свидания. До свидания.